Особенный день в календаре. Пока все казахстанцы говорят о конце света, карагандинские молодожены празднуют 12 декабря. Сегодня стать семьей решили 126 пар. О мистической дате Анеш Алкарбек. 12-й день 12-го месяца 12-го года. Такое сочетание цифр возникает редко. И многие считают, что если назначить свадьбу именно на этот день, то дата принесет в дом любовь, удачу и достаток. Молодожены Александр и Анастасия решили подчеркнуть, насколько неповторимы их отношения. Поэтому дата бракосочетания для них оказалась не менее важной. Красивая и символичная дата послужит дополнительным напоминанием о священной сути их союза, считают они. Ну, потому что такая дата будет только через 100 лет, и больше мы, ну, в нашей жизни такой даты больше не будет никогда. Поэтому мы выбрали такое число. Я думаю, наш брак будет самый счастливый на свете. Нумерологи утверждают, что сочетание повторяющихся чисел в календаре возникает не случайно, и они действительно уникальны. Символичная дата послужит успеху любых начинаний, говорят они. Так, идея сыграть свадьбу именно в этот день пришлась по душе 126 парам по области. Сегодня, несмотря на то, что середина недели, сегодня среда, несмотря на этот будний день, у нас сегодня 60 пар. Обычно в будние дни у нас регистрируется мало пар. Это хочу сказать тем, что в основном причиной этого является то, что сегодня 12 декабря 2012 года. Ажиотаж на интересную дату начался с 2007 года. 5 лет назад во дворце зарегистрировались 187 пар. С каждым годом количество молодых пар, решивших заключить брак именно в этот день, возрастало. Люди решаются вот именно в этот день заключить свой брак. Также у нас был и 08-08, 09-09, мы все это прошли. И как бы по магическим цифрам говорят, это вот 12-12 последний цифр. Для многих эта дата послужит добрым знаком, благословением судьбы в счастливый брак. Ну а следующий уникальный день для проведения свадебного торжества появится лишь 2 февраля 2022 года. Всем же хочется верить на какое-то чудо. Раз они выбрали эту дату, пусть будут они счастливы. Мы только рады за это. Анеш Алкарбек, Бауыржан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский. Спонсор выпуска новостей – компания Galaxy Group с торговой маркой «Алюгал». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал».